то ли чудовище сейчас из озера вылезет, то ли извержение вулкана, блин, произойдет. Я хрен знает, это очень страшно. Всем привет! Меня зовут Наташа Корнева, и я обожаю путешествовать по России. В этот раз я с друзьями взяла покрафты, и мы отправились на самый север страны, на полуостров Рыбачий, чтобы их испробовать. Если вы не смотрели прошлые выпуски, то советую перейти по ссылке, чтобы следить за путешествием с самого начала. Ну а сейчас мы отправляемся на Сейд-озеро. Смотрим, что у нас будет по маршруту. 10 километров, перепад высот от 170 до 650, набор 300, спуск 500. Собираемся и едем. Все. Время без 15-12. Видишь, возле меня прям рой такой. Ой, так много. Видишь, раз и улетают. Последний прием пищи перед восхождением. Фиг знает, будем ли мы еще кушать. Судя по тому, сколько я еды взял, определенно будем. В ближайшее время. Поэтому все, что есть, съедаем. Время час ночи, мы наконец выдвинулись. Вот сколько у нас рюкзачков, весел. В кроксах, прикиньте, в кроксах. Сейчас все в тумане, хотя как будто он рассеивается, но смотрите, красиво, но мы входим с вами в туман. Видите двух маленьких человечков? Это пацаны идут. Вообще этот маршрут считается маркированным. И, как я понимаю, одна из маркировок это вот такая штучка. Это маркировочка. Что мы идем правильно. Тропинка временами начинает сужаться и выглядит вот так вот. На самом деле читала, что есть на маршруте места, где тропинки вообще не видно. И даже нам по пути встретилось два человека, которые сказали, что они не туда свернули. Потом будем внимательным. Проверим, свернем ли мы не туда. И будет ли видна везде тропинка. Влево идет тропа? Но она в никуда идет. Не, влево вот тропа. Но она все в камни упирается. А давай сейчас просто... Пойдемте просто по камням. Такой приятель, зовут его Макс. Да, я все сравниваю с Исландией. Он сравнивает то с Исландией, то с Норвегией, то с Норвегией, то сейчас с Танзанией может сравнить. А в Норвегии еще нет. И вот любая фраза, которую он записывает в сторис просто через раз, это как в Исландии, только красок поменьше. Нет, а это как в Норвегии, только деревьев поменьше. Слушай, я в сторис это как не в Исландии, говорю. Только там комаров. Это я вам на уши подсаживаюсь. Нет, ты сегодня в телефон говорил про Исландию, я прям забыл. А я потом узнать. Короче, запомните, если все вопросы по Исландии, это вот к этому человеку. И если вы хотите понять, на что похожа Россия, это тоже к нему. Он вам скажет, о, так это как Франция. Так это Альпы, да это прям Доломиты! Слушай, да, Доломиты, интересная мысль, не похоже. Не похоже. Исландия. Пожара тоже нет. Все-таки Исландия. Да. Пока что Исландия, через 5 минут будет Норвегия. Вот этот кусочек точно, а вчера в Териберке была прям Норвегия, 100%. Вообще. Которую я только на фотках видел. Нам надо в Норвегию сгонять и сравнить потом. Ага. Вот и все. Ну или не сравнивать, а просто кайфануть и понять, что и там круто, и там круто. Розовый туман. Она совсем не знает розовый туман. Та-та-та-ра-та-та-та-ра-та. Ой, не падай. Просто по жизни. Наташа
тропа Дашка. Короче, по сути, этот трек нулевой уровень сложности. Что? Нулевой, потому что здесь набор высоты всего 1600 метров. Вот мы уже почти набрали. И все. А потом только по прямой спуск. И обратно так же. Мы идем уже 2 часа. Маркировок на самом деле здесь больше я не видела. Но я читала статью, что вот такие турики здесь считаются маркировками. Но в принципе это логично. Вот турик, вот турик. Ну, короче, тут по пути, вон там турик. А, ну, понятное дело, что это означает, что здесь люди проходили, и они ставили турики. Типа, почтение богам, на добрый путь послание, добрые помыслы. Вот там вот я виднеется озеро, вам, наверное, не видно. Но оно далеко, еще далеко. Кольский! Я люблю тебя! Как классно! Хочется кричать и кричать о том, как я люблю природу России, но у меня уже горло болит кричать. И снова камни, около плоскостопия, из колес. Обязательно носите ортопедические стельки. Иначе на спусках, подъемах начинают болеть колени. А я такая дура взяла с собой стельки ортопедические. Специально купила перед поездкой. Но нет, прям взяла их в руки и оставила в машине. И пошла без стелек. И вот сейчас на спуске очень сильно уже правая коленка болит. На самом деле мы идем уже 2.5 часа. Слава богу, перевал прошли уже. Вот там вот озеро. Пока ему еще, конечно, не видно. Оно вот там вот. Если честно, уже немного подустали, потому что 4 утра, и организм привык в это время, конечно, спать. А мы все бодрствуем здесь по ночам. Короче, простите за то, что я так мысли растекаю. Ровно 4 часа 30 минут. И мы на озере. Отплыла немножко от берега. Здесь меньше комаров. Я напшикалась еще спреем. Просто Сибирь. Как будто я в каких-то ергаках. И время 6 часов 06:06. Пройдено 22 тысячи шагов. Кстати, вода не такая уж холодная. Да, я попил уже. Ее и можно и пить, и купаться, и все что угодно. Ну, кроме как. Вы поняли. Я почему-то ехала сюда и так переживала за это место, что, ну, что у нас не получится, еще что-то. И когда это происходит, уже думаешь, боже мой, да ничего страшного здесь нет. Что все гораздо элементарнее, чем казалось. Поэтому никогда не бойтесь. Когда вы осуществите то, чего боялись раньше, вы поймете, что это не так страшно, как вы думали. И не так тяжело, как вы думали. Потому что самое частое, что нас останавливает, это страх и лень. Мы решили объединиться и соединить наши каяки веревкой, чтобы мы не отплывали друг от друга. Ой, освежите меня еще для теплее. Ребята остались на берегу, вот там, далеко-далеко-далеко. А я решила
проплыть как можно дальше, возможно, вообще на тот край. Они вон там вот вообще. И так классно, я одна, и появилось солнце. Это прекрасная возможность побыть наедине с собой, природой, прям наедине. Может быть, остановиться на каком-то острове, когда будет теплее, и голышом искупаться. Я одна в центре Сейдозера. Сейдозера. Ну, как-то так. Одна. И никого рядом. Вообще никого. Это просто, просто космос. Просто. Время начала 10-го. Я доплыла практически до конца озера. Я чувствую себя просто настоящей робинзонихой. Я приплыла на практически конец озера. Увидела песчаный берег на одном из островов. Это первый песчаный берег за все озеро, пока я плыла. И оставила лодку. Вот чуть-чуть еще, и будет жарко. Я не могу осмотреть остров, он весь, конечно, вот такой заросший. Блин, это очень классно, смотрите. Берег песчаный, не каменистый, не порвет лодочку мою. И такой заход просто прекрасный. Сегодня обещали плюс 20. Я очень хочу искупаться, но я боюсь, что меня ребята заждались. Но я надеюсь, что они просто спят. Я здесь побуду и, возможно, еще искупаюсь даже. Я, короче, уснула. Проснулась я в какой-то бухте. Ой, мамочки, как спать-то хочется. Вы тоже это слышите? Я хер знает, что это. Если честно, мне жесть как страшно. То ли чудовище сейчас из озера вылезет, то ли извержение вулкана, блин, произойдет. Я хрен знает, это очень страшно. В небе никого, если что. Это очень страшно. Я поплыла к берегу, реально страшно. Вообще, у меня предположение, что здесь какая-то военная база недалеко и какие-то, может, испытания проводят, да? Напишите мне, пожалуйста, иначе. Я просто подумала, что я сошла с ума. Здесь же ничего не летает, ну, как бы. Либо летают еще какие-то самолеты и просто звук такой. Но почему в течение 6 часов этих звуков не было? Хотя, может, какие-то редкие самолеты. Ну ладно, узнаем. Я приплыла, а ребятки спят. Смотрите, он вообще в спальнике спит, а этот на земле. Короче, Саня поставил якорь, поэтому он не отплывает от берега. Ну, никуда его не заносит. Мы решили привязаться к Саше. По итогу я привязалась, я его толкаю. Сейчас он будет... По-моему, якорь отошел, и мы идем к берегу. Только Саша об этом... Ah, добро.
А есть ли какие-то там, не знаю, легенды, мифы или рассказывают люди, что видели здесь что-то такое необычное? Ну это было, наверное, в конце 80-х, да? Да, у нас магия такая. Да. Сколько их было? Трое? Трое их было. Вот они пошли на сейд озеро, и все, они больше не вернулись. Их нашли в разных местах. Они вот, бежали в разных сторонах. Да. То есть как перевал Дятлова в таком формате, да? Да, да, да. Так они когда ходили летом тоже? Это, да, лето, наверное, было. Так вот, да, какая причина смерти в итоге? А, ничего, никто не знает. Как они со взрослыми или сами? Нет, они вот, ну, в старшем классе. Ну, по сути, говорят, что они бежали, так как они бежали непонятно куда, вроде как замерзли. Потому что, ну, такая ну, же то, что, что их в разных местах нашли, это факт. Трое бежали от чего-то. Просто от чего-то, видимо, бежали. Да. То 80-е, да? Это конец, по-моему, был. То ли 87-й, то ли 89-й. Может, начало 90-х. Аж самой захотелось искупаться. Мы приплыли к берегу. А, возле, короче, здесь тропа, мы решили сесть. Собираться, куча комаров, время 22:13 уже, прикиньте. Здесь за полчасика мы соберемся и пойдем уже. Саня решил почистить свою лодочку, капитан. Господи. Мы поспали часика 2-3. И какой-то трэш. Тему комаров. Если вы сюда соберетесь поехать, имейте в виду, что будет примерно вот так вот. Короче, обратно идти 400 метров по болоту. Как-то мы по-другому вышли. Ну что за... У меня нет с собой другой обуви. А еще 6 часов. Ты уверен, что здесь лучше? Тут какая-то трэш. Да, хлюпает все, конечно, неприятно. Да мало того, что неприятно, это трэш вообще. Дай бог не заболеть. Саня вот вообще в болоте застрял. Вытащил крокс свой. Мы попробуем где-то пройти. Мы уже час где-то тут ходим. В итоге вернулись на это же болото. На этом наше путешествие закончилось. Впереди нас ждала лишь дорога домой в Москву. Но на этом выпуски из путешествий по России не заканчиваются. Впереди меня ждет еще много приключений по нашей необъятной. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и надеюсь, что совсем скоро будут новые выпуски.